Кот, хватит драть коробку. Всю коробку разодрал. Тихо, мяк. Кот, любимая коробочка. Кот, что ты с коробкой делаешь? Ой, это коробочка. Кис. Кис. Это хомячиная коробка, кот ее раздирает. Кот. Ой, Андрей. Кот что-то смотрит. Что он там смотрит? Кот занят коробкой. Ему пофиг на хомяка. Давай. А надо другую коробку достать. Там же еще одна есть. Ой. Может, кота убрать все-таки? Забрали хомяка. Надо кота убрать. Поставить туда хомяка. Не-не-не. Кот. Коту пофиг, у него он впал в состояние глубокой медитации. У него коробочный стресс, у него коробочный ступор. Вот что вот это в коробке происходит с котом? Все. Превращение в кота статую. Все. Киса там увлечен. Киса коробочная подранка. Ему хомяк нафиг не нужен. Да, киса. Вот это коты и коробки, это что-то отдельное. У хомяков нет такого с коробками. Это такой кот, у котов всю коробка пахнет хомяком. Она идеальна, понимаешь? Хомяк бегает себе. Кот, что заметил хомяка все-таки? Он заползает на меня. Не запрыгнул. Давно мы с ним не бегали. Он вообще не бежал. Вон чьи глаза? Нажми такой глаза. Просто глаза. Идите, идите. На коту пофиг, он в коробке сидит. Он пытается залезть к коту. А, к коту. Ой. Он пытается залезть в коробку к коту, да? Да, не вижу. Облезает с другой стороны. Смотри, чтобы он не убежал. Не, потерялся уже. А, вон он выполз. Он кот его не видит. Коту главное, чтобы коробку не забирали. Ему пофиг. Кот в коробочке, все. Все, приватизация коробки произведена.